Всем доброе утро. Первое наше доброе утро в деревне. Деревенские коты. Деревенские запахи. Деревенские запахи, деревенская Диана. Нет, я еще пока городская, подожди. Ну сейчас пропахнешься деревней. Сейчас освоюсь немного. Сейчас в навоз наступишь и нормально. Галоши, обои. Пойдем умываться в баню. Холодную. Блин, в деревне холодно. Вот в плане зимой. Ой, вот зимой. Да, мы курей боимся, да? Или нет? Курей, я? Да. Да, в принципе, нет, а чего их бояться? Они же на меня не кидаются. А если вдруг кинется? Да, что, не кидаются, что ли? Так. Коть, можно к вам? Так, вижу утку. Не, Рушан, я туда не пойду. Че, пойдем. Не. Ты же со мной, пойдем. Там гуси, блин, они меня покусают сейчас. Это не гуси, это утки. Ой. О, деревенская жизнь. Так. Привет. Так. Они шипят. Вот это называется мотоблок. Я тебя сейчас научу на нем кататься. Ну, Рушан. Че, заведем сейчас и поедем. Куда поедем? Не знаю, куда-нибудь. Так, вот. Держи. Осина вот так вот не мокнет? Что она на улице лежит? Нет, оно же, видишь, сделано с кирдом. Все стекает. Ну, так. Так, ну, снимать я это не буду, да? Рушан, подожди. Петя. Петя, ты что? На блогера нападаешь, а? А, Петя? Давай, иди. Рушан, я пока Петю. Аккуратно, а то меня только один раз оседлал. Так он без хвоста. Ничего, что он без хвоста, он же с клювом. Ну и что? Общипанный. Да. Запахи, конечно, да? Нормальные запахи. Нормальные? Утки. Эй, а ты кот. Одноглазый, без хвоста. Оля. Как порадоваться? Курица яйцо снесла. Ну, побежали, посмотрим. А! Ух! А где корова? Фу! Ой, здесь теленок. Так, сейчас я свет включу. Ой. Привет, засранцы. Чему сразу засранцы? Ну вот, потому что, видишь, они вон насрали и прям говно легли. Дай посмотрю ниже. Там. А, это такой побольше, да? Угу. Ладно, спите. Блин, бедолаги, вам не холодно. У них шерсть холодно. Видела какая? Как? Шерсть какая? Ну да, я понимаю, просто, наверное, мне холодно, и мне кажется, что всем холодно. Да. Выходим. Такая. Так. Теперь идем в баню умываться. Смотри, какие цветочки. Так, вот здесь находится баня, насколько я помню. Так. Ой, Рушан, там здесь чисто, как-то жалко даже наступать. Наступай, мы не по какашкам не сходили. О, а здесь этого не было. Это кладовка, это да? Была, здесь только двери не было. Вот такая лохматая. Смотри, прикольно. Перчатки. Перчатки, батарея перчаток. Угу. Так, нет, вот здесь надо разуваться. Здесь просто коврик. Ну здесь разувайся. Только как ты будешь умываться, у тебя сейчас ноги мокрые станут. Блин, а что делать? Стой. На, подержи камеру. Или хотя. Пойдем. Так. Это я включил. Здесь предбанник. Здесь открываем. Так. О, почему так тепло? А, видимо, топили баню. А, да? Здесь хорошо, тепло. Ой, можно я здесь стану жить? Так, будем умываться.
Я, наверное, куртку сниму, потому что здесь тепло. Ну да. Очень тепло. Так, берем мыло. Зубные щетки. Купила себе новую зубную щетку, но еще пока не использовала. Потому что ее нужно прикипятить теперь. А это мне не подходит, оказывается. Слишком мягкая, да? Да, она слишком мягкая. И она не чистит зубы, а возит просто по зубам, и все, и толку никакого нет. Так, по-моему, баня это не для меня, не для моего роста. Хорошо, он берет тазик. Убирает его. Угу. Они что, не могли другой кран поставить сюда? Так. Курточку, может, снимешь уже? А мне она не мешает. А ты видела? А, ты часы нашел? Да. Да ну, поздравляю, Рушан, их потерял, расстроился. Мы даже ездили, да? Во сколько, во втором часу ночи искали. Их, о, поздравляю. А что, так умываться, что ли? Да. А я думала в тазик набрать воды. А зачем? Ну, я же не буду туда плевать пасту. Куда плевать? Ну, вот на эту бетонку, допустим. Вот сюда паста плюется, потом смывается все. Так. Ясно. Ну, давай, приятного мыльно-рыбного тебе занятия. Спасибо. Одевается Рушан, готовится к рабочему дню в деревне. Рушан, носочки не забудь. Ну как тебе? Ты хоть правильно ее одел? Да. А что ты мне говоришь? Думаешь, я не привыкший к такому, что ли? К такому... Молодцы. Привыкший. Вот так вот, ну как тебе? Смотри, носочки на галошки, да, похоже? Ну да, тепло. А я специально галошечек одеваешь и пошел. Рушан, тебе так больше ли такой стиль? Ну вот. Давай в деревню переедем. А я думал, в городе будут так ходить. Вот такой вот у нас вид хороший. Класс, Рушан, мне нравится. Я прям влюбилась заново. Шапку не хватает, шапки, ушанки. Вот такой раз, чтобы она сюда торчала, сюда. И щетины недельной. Точно. Так, закрываем ворота. Ой, холодно-то как. Вот такое вот, в деревне утро. Дом. Чего? Ты хочешь, чтобы мы здесь жили? Бесплатно нам его выдадут. Нет, там, смотри, машина стоит, а кто-то живет. Нет, ну это просто двор используют, так? Дом бесплатно можно забрать. Да? Вон тот дом можно бесплатно забрать. Нет, ну вру, конечно, бесплатно. 1050 можно купить. Да, а что здесь делать? Пойдем, я тебе покажу. Пойдем. Красивый такой домик стоит. Далеко мы идем с тобой, Рушан? Нет. Вот. Ой, какой большой. Это 5 домов на всю деревню, что ли? Ну, это верхняя деревня, там нижняя деревня есть. А, там они еще есть. Угу. Нет, в такой деревушке я точно не хочу жить. Это чересчур деревушка, тут вообще ничего нет. Ну да, здесь. Здесь даже магазина, да, нет? Есть, только он до 3 работает. Рушан, тебе что, галоши большие, ноги поднимай? Ну да, большие. Ой. Так. Пока не забыл, надо папе удочку отдать. Машина у нас такая грязная стала. Вчера дождь был, мы ехали ночью. Тихо, 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 смотри, чтобы кресло не упало. Что дальше? Ого, ты ее спрятал, Рушан. Сейчас будут машину распиливать и сдавать на металлолом. Я не смотрел, мать смотрела. Так, а что здесь снять надо? Вот эти пластмассы все. Это Жигули. И пол. Одно сиденье. Ой. Мое только оставили его. Так, здесь
ключ на 17. На 17? Да. Вот. Офигеть, какой. Вот какой он сделал. 17. Вот. Тащить. Болт только надо будет дать. Хорошо, значит, когда я загляну, что там есть? Пап, сюда нужен этот удлинитель и болгарку. Здесь болт настолько затянут, что его не сорвешь. Поотрезать, да? Да. Я тоже так подумал, не мучиться поотрезать здесь. А эти пластмассы сюда кидаю, я потом соберу на мотоблок и выведу. А стекла снять, что, разбить их и все? Кого? Стекла. Не надо здесь разбивать. Как я буду сидеть там, ехать? Сейчас вдруг дождь пойдет сильно. Он сказал, вообще все за одного снять. А да. Что, трудно снимаются, что ли? Стекла? А зачем их снимать? Они не нужны ему, что ли? Мешается или как? Нет, он же по весу принимает. Он по металлом сдается. Иди сюда, малыш. Иди сюда. Иди, ну не бойся. Ой, все, убежал, боится. Рушан подгоняет машину. Сейчас будет вытягивать. Прохладно так. Я даже что-то, мне кажется, приболела. Сейчас они будут ее цеплять и тянуть. Работник мой колхозный. А, сейчас. Хорош. Как здесь пахнет. Трава, да, чувствуешь, как пахнет здесь? Он что, будет помогать работать? А? Он стоять-то не может. Так. А, я сейчас такое ощущение, что она лопнет. Ой, лопнет, лопнет, лопнет. Веревка это не... Опа! Вот так вот. Не выдержала. Это да. Она, знаешь, Рушан как-то тянулась, так и знала, что она лопнет. Надо что-то посерьезней. Сейчас будут связывать вдвойне. Это вообще веревочки, с ней только 2 метра. Еще раз пробуем. Ну? Давай. Давай, 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 давай. Вот это вот рвется, все-таки цветная. Ну, ё-моё. Это номер 3. Потихонечку. Ютуб, подскажешь? Потихоньку. Подскажешь? Давай. Так. Давай, Рушан. О, вот, вот это вот. Так. Едет, влазит. Давай. О, вышло. Вышло. Жигули. Хотят они на металлолом взять, потому что она просто так стоит, мешается. Так, Рушан. Мы знаем, какую цену стоит сдать такую машину. Лёх, можешь? Да. Лёх, тогда хватит.
Да, вон да, вон да, вон да. Ох, что с колесами? Все, теперь бампер нацеплять. Это не гараж? Таким образом. Уровень птич, мне надо уровень. Это Рушана папа в кепке. И в платке Рушана мама. А, это мужчина, не знаю, сосед, наверное. Рушан, кто этот мужчина? Нетрезвый. Сосед какой-то. Ой, он еле не стоит. Притягиваем, здесь завязали на веревку, а там будут завязывать вот мне такой главное замок. На клярах, на подъеме, сплять. Потихоньку, потихоньку. Да, там столько подъемов. Там большой подъем. Опасно. Ну, поднимем. Поднимемся. И перед Канском подъем. Позвольте скажу, что... А что, ключа нету, да, Рушан? Сейчас принесу. А ты куда у него ключи? Ключ Юра где? На ворота. Вот таким вот образом выход из положения. На коленке на нашей! Мы ее прибьем, когда приедем. А когда до этого, если упадет? Ну забей два гвоздя наверх. Не получается? Мама, а то он не работает же. Работает. Каким образом? Да работает. Давай, давай. Дай мне другую вот эту. Подожди, я тебе сейчас, она работает. Матом. Еще эту страховку ключи возьми, только приведи, сыну. И замок привези, а то ворота не сможем ни открыть, ни открыть. И не сможем потом заходить. Один ключ, да? Двигается. Блин, котенок был под машиной, вроде бы убежал. И вот так вот будем в таком направлении мы ехать. Все, побежала я в машину. А новую шапку подогнали крутую. Можем. Угу. Все, пока-пока. Теперь я настоящий деревенский Вася. Класс. Так она вот так. Ну, посмотри на меня. Тебе трактор надо, Рушан. Ну, а и будешь трактор? Ванька трактористом. Приехали мы на металлобазу. Машинка. Грузим. Нашу машинку тоже будут сейчас так же на когтями. Ну, да, здесь много чего. Сдали машину. Ага. Сдали мы ее за 7 100 вместе с колесами, с пластиком, со всем там. Ну они за счет вычета там сиденья, сколько весят, там резина. Ну 7 100. В принципе, пойдет. Там к реке Волга. Такой, ну, здесь как раз спуск. Вон пароход стоит. Как красиво. Ого, спуск себе. Вот на этом месте затонула Булгария. Теплоход. Где погибло очень много людей. Не успели, как говорится, его это оприходовать, и люди затонули. А? Он пошел поспрашивать, кто что поймал. Камское устье. Город Камское устье. А почему так называется? Потому что здесь сходятся в одну реку три. Волга, Кама и Свияжка. И Свияга, Свияжка. Блин, название не могу выговорить. Вот. Давай. Без моторки. Что там?
Да нет, здесь же рыб этот ловят. Вот на этом месте затонуло. Все там, да? Да. На этом месте затонуло этот теплоход Болгария. Булгария. И люди погибли. Очень много. Здесь очень глубоко. Очень глубоко? Конечно. Море, так сказать. Смотри, а вода вроде более-менее чистая. Да, красиво? Всем добрый вечер. Всем привет. Мы напарились, намылись, смыли в себя все дорожные грязи. Всю усталость. Сейчас будем пить чай. Время сколько время? 8. Время 8, и мы как настоящие деревенские жители в 9 часов ляжем спать. Да. В коем веке. Так обычно мы сколько ложимся спать? 12, час, два. Да. Сейчас вот попьем мы деревенский чай с деревенской водой, с родниковой, за деревенским столом, с деревенским котом, который спит, который сегодня нам чуть ноутбук не угробил. Да, кстати, сегодня кошка, да, уронила ноутбук. Ой, мамочка, он с дивана прям полетел, батарею там шала. Ты когда мне аж сказала, мне аж чуть плохо не стало. Серьезно? Ну, конечно. Сколько он стоит? Ну да, было бы очень... Ну, он поцарапан, конечно. Крышка поцарапалась, но, слава богу, экран целый. Ну, обидно все равно. Да. Ну, ладно. Мне самой поплохило, когда я это услышала. Пока мы в бане, получается, были, а эта кошка здесь у нас хозяйничала по комнате, по нашей. И он шарахнулся. Пойдем покажем, откуда. Пойдем. Заходите. У нас так темно, потому что все-таки одна деревенская лампочка. Да. Да. Здесь у нас работает наш Dream Company. Пчела вчера... Была просадка. Обидно, досадно. Ну, ничего страшного. Просадка бывает всего лишь один раз в месяц, правильно? Ну, два раза в месяц. Да нет, это как-то один раз только было. Ну, в этом месяце один, а в прошлом бывает на два. Вот, короче говоря, вот отсюда, представляете, он так залезло, вот так оттолкнуло, и он упал вот сюда. Вот, и вот здесь немножечко поцарапалось. Вот здесь вот такие помидорки у нас дозревают. Я не знаю, помидорки черри или просто ягоды. Ну вот. Пьем чай. Вот с такими вот печенюшками. Да. Мы их взяли в этом. Купили мы в Пятигорске. В Пятигорске магазин Светофор. Вот. Ну что, всем Руша, приятного чаепития. Вот заварка. А-а-а. Все. Всем приятного чаепития. Да, и всем спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Все, всем пока. Пока.